Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 30 января, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Антония, Виктора, Павла. Мир и благословение Божье да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает празднование одного из величайших подвижников, покоривших себя волей Божьей, стяжавших ангельскую чистоту и ангельскую святость. Про них так и говорили, что небесный человек и земной ангел, преподобный Антоний Великий, родился около 250 года в деревне Кома близ Гераклии. По смерти своих благородных и богатых родителей разделил доставшееся по наследству имущество со своей малолетней сестрой, пристроил ее у каких-то родственников, часть имения раздал нищим и на 20-м году жизни посвятил себя подвижничеству, к которому стремился с детства. Сначала подвязался вблизи родного села, затем, чтобы избежать беспокойства от людей, удалился в пустыню на берег Красного моря, где отшельником провел 20 лет ни с кем, кроме Бога, в непрестанной молитве и размышлении, созерцании, не сообщаясь и терпеливо перенося неописуемые бесовские искушения. Слава о нем пронеслась по всему миру, и вокруг него собралось множество учеников, которых он собственным примером и назиданием наставлял на путь спасения. За 85 лет своей подвижнической жизни он лишь дважды посещал Александрию. В первый раз, ища мученичество во время гонения на церковь. Во второй, на призыв святителя Афанасия Великого, чтобы опровергнуть клевету ариан, утверждавших якобы, что и он приверженец ереси Ария. Скончался на 105 году жизни, оставив после себя целую рать учеников, подражателей, а точнее сказать, святых людей. Хотя преподобный Антоний и не был человеком образованным, ему приходилось быть советником и наставником ученейших и умнейших людей той эпохи, таких как святитель Афанасий Великий. Когда некие эллинские философы искушали его книжной мудростью, святой Антоний пристыдил их вопросом: «Что древнее? Разум или книга? И что из этого дало начало другому?» Бескураженные философы ушли восвояси, ибо увидели, что обладают одни лишь заученными цитатами без разумения. А у Антония есть само разумение. Вот человек, восшедший к такому совершенству, какого вообще способен достигнуть человек на земле. Вот воспитатель воспитателей и учитель учителей, который целые 85 лет исправлял себя и только так мог исправить и многих других. Исполненный многими летами жизни и великими делами, преподобный упокоился в Господе в 356 году. Началось все в жизни преподобного с того потрясающего момента, когда он услышал призыв Божий. Именно услышал сердцем. Не так, как мы привыкли слушать друг друга, чтение, радио. Но в основном в общении с друг с другом это заметно. Человек слышит слова, предложения, аргументы, но сам их не слышит, потому что в это время он судорожно придумывает, что нужно ответить. Он формулирует свое мнение, а что говорит ему человек, собеседник, ему даже не интересно. Потому что важно отстоять свою точку зрения, поставить за собой последнюю точку. Тем более человек, пребывающий в собственном мнении, прелестном обольщении гордостью, потому что наше мнение, оно основано на
наших собственных страстях, то есть извращенном состоянии души, духа, в поврежденном уме, воле. И в основном наше мнение, оно не столько стремится достичь истины, сколько обеспечить нам здесь спокойное, комфортное, беспроблемное существование. Поэтому человек так очень лукаво в своей жизни обустраивает все вокруг себя, чтобы это выглядело прилично, а на самом деле служило ему одному любимому. Ну, как, например, действует современная реклама, такая очень призывающая и вдохновляющая. Человек, который ее видит, просто тает душой. Например, цены снижены на 50%, приходите, распродажи. Но, как одна прихожанка рассказывала, я, говорит, месяц назад была в магазине, там, ну, какая-то вещь стоила вот такую-то сумму. Прихожу в момент распродажи, она стоит те же самые деньги, когда она обратилась к менеджеру. Он говорит, так это уже со скидкой она стоит столько. Или, например, вбивает в цену этот коэффициент распродажи, и в окончательном варианте вещь уходит за столько, за сколько ее хозяин и хотел продать. А выглядит это все прилично, и как бы все для людей. Мы уменьшаем цены, чтобы вам было доступно. Вот так и общение друг с другом. Мы говорим какие-то слова, слышим свое и делаем вообще непонятно что. А Антоний был не такой. Он был очень простой душой. Простой не в смысле глупый, а простой в смысле чистый. Это когда, войдя в храм, он услышал слова Христа. «Кто хочет быть совершенным? Иди, продай имение свое, дай нищим, возьми крест и следуй за мной». Он понял, что это Бог сказал ему. Очень часто нам Бог говорит. Все Евангелие – это прямая речь Бога человеку. Но кто из нас вообще как-то реагирует на евангельскую проповедь, на призыв Христа? Так, постоим, послушаем толкование, посоглашаемся. А очень часто бывает даже и не так. Это я уж какую-то идеальную картину попытался нарисовать. Очень часто бывает вот как. Диакон в храме Евангелия прочитал, выхожу в конце службы на проповедь и прошу напомнить мне, о чем было послание апостольское и евангельское чтение. В основном человек с трудом вообще может пересказать кусочек очень привычного текста, который из года в год в этот день читается, так очень слабо что-то остается в сердце. Поэтому, чтобы это принесло еще какие-то плоды, это история абсолютно фантастическая. Антоний услышал, пошел, продал имение, раздал нищим и стал самым великим святым на земле, из преподобных. Потому что из всех человеков, конечно, и Пресвятая Богородица, за ней Иоанн Предтеча. Вот тех подвижников, которые познали самую величайшую науку из наук и искусства из искусств, это украшение и преображение своей души, это великий Антоний. И знаете, дорогие мои, так жалко всегда бывает, когда сталкиваешься, с таким выражением уныния, а оно нас абсолютно поработило, потому что современный мир, унылие его
не было никогда. Ну, никогда в жизни человечества в такой мере не была развита индустрия развлечений. Просто она была недоступна. Ну, какой крестьянин 100 лет назад мог себе позволить, ну, часов по 6 в день лежать на боку, щелкать семечки и смотреть, там, плевать в потолок? Скотина вся передохнет с таким жизненным укладом. А у нас среднегородской обыватель, а в городе сейчас проживает большинство россиян, он, ну, как минимум часа 3-4 в день он просто тупо убивает. Ну, кто в чем? Кто шлындает по магазинам? Хотя можно было бы, например, спланировать поход в магазин раз в неделю. И так распределить продукты здраво и сбалансированно. Кто виснет на форумах в интернете? Абсолютно бесплодное, бессмысленное занятие. Потому что ничего хорошего даже на самых прекрасных форумах не найдешь. Ну, кроме каких-то умничаний, рассуждений и переливаний из пустого в порожнее. Но самое любимое, конечно, наше занятие – это наш голубой друг. Телевидение, в котором человек просто тонет. А все же это виртуальная жизнь. Это не жизнь, это смерть. Потому что в это время душа, она умирает. Она не приобретает благодати Божьей, которая является ее пищей. И вот из этих часов складываются сутки, потом месяцы, потом годы, а у особо талантливых людей десятилетия бессмысленно загублены, прожжены и потеряны жизни, жизни, прожитые зря. А человеку дана от Бога власть и право и благословение раскрыть тот прекрасный потенциал, который вложен в его сердце, раскрыть Царствие Божье. Потому что интереснее занятие, прекраснее, увлеченнее, чем познание самого себя, узнавание Бога через очищение себя от греха и страстей, в жизни ничего другого не существует. Путь познания Бога внутри себя. И для того, чтобы это совершить, не надо никуда ехать. Не надо даже поступать в какие-то специальные учреждения. Надо просто изменить угол зрения. Нужно из внешнего своего прозябания и умирания сосредоточиться на внутреннем. И вглядеться в жизнь и труды преподобного Антония Великого, в которой он очень подробно и конкретно изложил, как нужно нам жить, чтобы жить радостно и счастливо, жить свято. А если человек будет жить свято, то он будет самым счастливым человеком на земле. Все это у нас есть, а мы этого не ценим и очень беспечно относимся к самому дорогому времени нашей жизни. Давайте уж скорее что-то будем менять.